Эти фотографии имеют высокую историко-культурную значимость для всего народа Ингушетии. Здесь отображены офицеры царской России и Советского Союза, которые принимали участие в Первой мировой, а затем и в Великой Отечественной войнах. Как, к примеру, первый летчик ингуш Рашид-бек Ахриев. Снимки рассказывают о связи истории семьи с историей Ингушетии и России в целом. Это вот первая семейная фотография, которую мы отобрали из фонда Госархива Ингушетии. Здесь вы видите семья Рашид-бека Ахриева, первого летчика Ингушетии. Изображены его отец Чах Ахриев, наш известный ученый-этнограф, и его жена, мать Рашид-бека, Айша Базоркина. Здесь мы видим семью Мальсакова Хаджимурада, унтер-офицера царской армии, и их семейную фотографию. Вот она. И, конечно, третья семья – это семья Дахкельгова Шемахо. Он был полковником русской армии. Здесь изображены его жена Раиса Альбертовна и дети Магомед Ахмед, Мурат и Хадишат. Вот и первые ласточки акции «Семья в объективе истории». Всего за сутки в ней приняли участие 7 семейных фотографий, которые показывают, что на слова, мысли, поступки и действия каждого человека влияет семья, а те, в свою очередь, на ход истории, популяризируя тем самым государственную политику в сфере семьи, сохранения традиционных ценностей. В связи с этим мы решили запустить акцию, чтобы показать историческую и культурную значимость семейных фотографий. Целью нашей акции была, конечно же, популяризация темы семьи и семейных снимков. Очень важно сохранить наше наследие, нашу историю и рассказать об этом как можно большему количеству людей. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо выбрать семейную коллективную фотографию хорошего качества и подготовить к ней полное описание, отправив на электронный адрес почты Государственной архивной службы Ингушетии. Фотографии, прошедшие отбор, будут размещаться на всех интернет-ресурсах нашей архивной службы и Госархива Ингушетии. Фотографии, имеющие высокую культурную и историческую значимость, войдут в коллекцию архивного фонда Ингушетии. Именно в семьях рождается человеческая любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Все это помогает справиться с кризисами и проблемами. Из крепких семей в основном выходят люди, которые в будущем становятся историческими личностями. И вот на такие примеры из прошлого и опираются организаторы проводимой акции. Адам Гулоев, Магомед Дарсигов, Магаз-24.